Что будет, если смеяться по 10 часов в день? Тебя можно будет рассмешить, показав даже один палец. Ты, возможно, будешь гением, потому что люди с хорошим чувством юмора имеют повышенный интеллект. Ты будешь меньше болеть, так как смех защищает от заболеваний лучше любого доктора. Самые смешные школьные ответы. На контрольной предлагалось решить 8-ю задачу. И потом спрашивалось, как вы решили 8-ю задачу? Ученик написал, я просто подумал. Задание было придумать решение проблем. Ты упал на игровой площадке, что ты будешь делать? Ответ ученика, встань и смирись с этим. Сочинение ученика, как я провел лето. Сел на коня, потом слез, а потом тык-дык-тык-дык. И вот так прошло лето. Ученик сделал рисунок домашних опасностей и добавил злую маму. Учитель написал ему, молодец. Во сколько лет ты узнал, что арбузы бывают желтыми? Эта штука на куртке нужна для того, чтобы удерживать сумку? А вы когда-нибудь замечали, что они сильно похожи? А все потому, что Фуфел Шмерц встречался с ней в молодости. На самом деле эту швабру нельзя мочить, она предназначена для сухой уборки пыли.